Всем привет! Сегодня на этом уроке займемся командами, помогающими создавать образ ИЗа с любого носителя, будь то флешка, там CD, там DVD-диск, файл, папочка, там директория, без разницы. Займемся созданием копии в формате ИЗа. Итак, вот у меня имеется флешка, и размеры этой флешки, вот если я навожу курсор, вот смотрите, видно, значит, что флешка расположена на разделе SDD, там 1-2 уже роли не играет. Запомним, SDD это ее адрес. Вот можно посмотреть ее размеры. Значит, флешка занимает 7,5 гигабайт. Флешка SDD размером 7,5 гигабайт. Вот в принципе нам этого будет уже достаточно для того, чтобы, например, запустить терминал. Значит, у меня имеется специальный, значит, раздел на вишенке, запись образа ИЗа на флешку. И здесь вот имеется подраздел «Создаем из образ флешки». Вот посмотрите. Значит, ну, есть очень простая команда, но я, значит, рекомендую всем вначале, значит, у кого вот этого нет, скопировать эту команду, вставить ее и установить прогресс-бар. Тогда во время создания изообраза прогресс будет хорошо виден, а то иногда ждать приходится долго, и человек думает, а записалось или не записалось. Ну вот написано, что программа, как говорится, уже установлена. Это уж я просто для вас сделал. Теперь рассмотрим, с какими параметрами. Ну, самые простые, это вот здесь. Это желательно там для файликов создания в формате ИЗа, там для папочек и так далее. А вот чтобы с носителя сделать правильную копию, лучше пользоваться вот этой. Заведем нашу команду сюда, нажмем Enter, заведем пароль, и теперь программа, значит, будет все это дело делать. Итак, образ создан. Теперь давайте посмотрим, где он расположен. Значит, обычно он и располагается в директории User, ну или там под вашим именем. Вот USB реаниматор. Можете его в таком виде посмотреть, без разницы. Но самое главное, всегда смотрите внимательно вот на что. В свойствах, в правах. Вот видите, написано только чтение, только чтение. Так вот, если вы с такими правами запишете образ на флешку, у вас она грузиться не будет. Поэтому всегда свойства меняйте на чтение и запись, чтение и запись. Закрыть. Ну и лучше еще раз перепровериться, сохранились изменения или нет. Вот, чтение и запись, чтение и запись. Вот теперь, значит, я уже уверен, что этот образ у нас просто-напросто спокойненько запишется на флешку. Я могу его перевести на рабочий стол, без разницы. Вот смотрите, я, значит, теперь вынимаю флешку и вставляю флешку. У меня есть флешка большего размера, но в данном случае для целей
облучение это без разницы. Вот написано, флешка на 16 гигабайт. Значит, опять-таки, по нашей этой методике мы, значит, всегда сможем определить, где она располагается. Ну вот, ну лень мне, допустим, печатать там в терминале там команду, чтобы определить все это дело. Ну что, взял, пошел я сюда, навел на флешку. Вот. Раздел SDD. То есть все то же самое. Поставили, значит, терминальчик сюда, открыли команды. Теперь посмотрите, вот команда, которая позволяет записать созданный нами ISO-файл на флешку. То есть вот здесь уже указывается, что мы записываем, куда мы записываем. А вот эти вот довесочки нам говорят, скажем так, о качестве записи. Они были и здесь, и они, значит, были вот и здесь. Команда, значит, заведена. Теперь нажимаем Enter. Пишет, не удалось открыть DFSDD. А мы сейчас вот возьмем, напишем парольчик вот так. А, ну да. Я же файлик-то переместил. Так, ладно, долгий путь. Перемещу-ка я его обратно. Вырежем. И переместим его обратно в папочку User. То есть у нас-то все там работает. А вот здесь, значит, скопируем команду. Введем корневой пароль. И пошла копия ISO файла на 16-гигабайтную флешку. Итак, запись на флешку закончена. И что я теперь сделаю? Ну, посмотрим, какие свойства, во-первых, имеются у этой флешки. Я загружусь с флешки на Linux Mint Cinnamon и оттуда вам все покажу. Вот сейчас мы находимся на жестком диске. Вот посмотрите. У меня папочка Home на 295 гигабайт и 183 свободно. Итак, несмотря на то, что флешка была размером 16 гигабайт, было записано 7,5 гигабайт. Было записано 8 гигабайт и еще 478 вроде бы как свободно. Вот таким вот образом работает программа. То есть, какой образ был, такой образ она и записывает на носитель такого же или большего размера. Остальное пространство пропадает. Как это дело выглядит в GParted? Значит, программа GParted. Вот тоже, значит, мы сейчас пойдем на SDD. Видите, она видит только размер SDD1. Вот оно. А вот этот раздел, он не размеченный. Значит, этот раздел можете просто там создать себе там какую-нибудь там, я не знаю, там кладовочку там,
Да что угодно сделать. Это уже зависит от вас. Ну, например, далеко ходить не будем. Новый раздел создадим в формате, например, Extension 3. А здесь напишем, допустим, дата. И применим, значит, эти данные. Итак, запись закончена. Я сейчас перезагружусь. И уже с флешки покажу вам, как все работает. Итак, я перезагрузился на флешку. Вот видите размеры флешки. Все оно работает нормально. Программа, я проверял, тоже работает нормально. Ну вот, например, читает. Так, одного вижу, сказал я. Справа от башни. Шмотки на нем темно-зеленые, потому трудно заметить. Но... Это вот русский голос Татьяна. А вот русский голос Николай. Что-то с ним не так. Оторвавшийся в бинокле, покосился на выигрышню. Он безразлично кивнул. Пространство не так. То есть, как видите, все работает нормально, корректно. Ну, практически я тут все программы перепроверял. Все работает нормально. Поэтому, значит, я сейчас снова возвращаюсь на жесткий диск. И там продолжим заключительную часть нашего урока. Итак, как видите, существует два типа команд. Первый, значит, создает образ с флешки. Ну, там CD, DVD я не пробовал, пробуйте сами. Причем корректно работает команда вот с этими довесточками. В них самая важная часть какая? Вот. Я ее выделю красным цветом. То есть здесь мы указываем флешечку. А здесь, значит, мы даем имя. Имя мы даем названию файла, который создается. То же самое происходит и здесь. Если мы, значит, хотим записать данный образ на флешку, то вот должны указать его название. И вот здесь мы должны указать, куда мы его хотим записать. Значит, ну, чтобы самому все это дело не иметь головной боли, что нужно сделать? Под любым моим видеороликом, ну вот, не знаю, ну вот давайте вот любой возьмем видеоролик. Всегда, значит, имеется вот ссылочка «Мой блог». Вот идете на мой блог. На моем блоге нажимаете на кладовочку, значит, на файле команды и видео. И вот этот вот файлик, который сейчас с командами вы видите, вот он. Нажимаете на него «Скачать», «Загрузка», пошла обычная загрузка. Ну, а чтобы просмотреть этот файлик, вам нужна, значит, программа Cherry 3. Значит, вот даны команды для терминала, в которых она ставится. Это вот для винды. Дана программочка здесь, можете ее поставить. Или же, значит, можете поискать там по сети и поставить, или через менеджер программ в Linux Mint, без разницы. Значит, самое важное, значит, вот
У вас, значит, все это дело теперь есть. Так что особенно вам волноваться не нужно, там писаниной заниматься. Взяли, заскочили на кладовочку, скопировали файлик, программку, значит, Cherry3 установили. Вот еще, пожалуйста, отсюда команды видны, как ее установить. На любом Linux, Debian, там, Mint, Ubuntu. И вот для Linux Mint Cinnamon еще специальный довесочек, вот такая команда, она только на нем работает. Вот практически и все. Дальше. Ну хорошо. Значит, это все относится к чему? Что вот как скопировать, например, ну вот. Итак, теперь вы знаете основные, значит, вот команды для создания копий с флешек, для записи этих копий на флешку. Причем этот образ, который создается, можно записать вот при помощи команды, а можно записать просто при помощи стандартной программы для записи на флешке. То есть вот при помощи этой программы всегда можно записать образ на флешку. Но флешки нет, и программа не запускается, да? Ну давайте. Нет, вот. Вот при помощи этой программы всегда можно будет записать образ на флешку. Вот таким вот образом. Поэтому я желаю вам всяческих успехов. Теперь, значит, и пользователи Linux оказались необделенными. А файлик, значит, этой флешки я, значит, помещу на Мегу. Помещу я его, сейчас покажу куда. В разделе USB реаниматор вот файлик в формате bin, а здесь также будет еще, значит, файлик в формате ISO, так что можете ставить ISO образ. ISO образ можете делать, как говорится, и из винды, и из макинтоша записывать, и из линукса. Вот таким вот образом. Желаю вам всем всяческих успехов и удач. Так что в Linux такие проблемы, как создание, значит, образа из флешки, да, практически там и из любой папки, там из любой директории, решается просто. Вот. Так что до свидания и до новых встреч.